Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребят, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем батлы на любимых исполнителей. Ребятушки, слушаем батл. Так, кто у нас здесь? 2 по 0,5. И? АМ. Так, ВВ. Джулия Бура и дядя. Давайте, ребят, пошумим, ребят, да? Погнали! О, нет. Всем настоящим в этом зале! Всем настоящим в этом зале! Угомонись, хер! Тебя так ебет мой фит! Стрэй, что ты сквертанул печь, как шалава на моем хуе! Фул в качестве HD! Эфире на YouTube-канале RPL. А кто сейчас в прямом эфире, накидайте ему смайликов, средний палец прямо в шоколадный глаз. Так, ребятки, дядя один раз видела, где он с Огилом батлил, да? Огил, конечно, его прям заделал. Это, наверное, уже другое время, да? Это, наверное, он молодой это здесь, да? Это один год назад. Один год назад? Почему-то он там старше выглядел, Огил. А здесь как-то он моложе. Не Огил, а вот дядя. Здесь что-то он моложе выглядит. Дядя да? Подбитый. А, давай, слушаем, ребятки. И вот эта девушка с ним была. Ты видишь себя, как ёбаный Коломбо, но ты всего лишь комиссар Жук. Тогда я фантомас, соси хуй, иди лучше разберись с Игорьком, кто из вас парень муж. Пока этот зал втягивает мой рэп, будто ганжу. И нам всем тут до пизды похую, кто из вас... Ну что скажу, ребятки. Хорошо читает, да, ребятки? Матик есть, как положено. Давай дальше слушать, пока я еще ничто не могу сказать, только начало батла. Матов много пока. Кому поутру шлет? Уже агрессия есть, агрессия, ребятки. Поцелуй со словами «Бонжур» — это преступный питерман. Здесь каждый второй растаман. Откуда ты такой еблан? Ты не выходишь из дома, как в 90-е. Комик таким и будет в 22-м. Когда за «Б» открыто, этот батл дропнет. Мои слова запомни, Валя Валис, сосать на Бали. Аль Валя Вальчинский, да-да-да. Какой нахуй тебе батл, ты чисто черепаха, тортила, а рядом Буратино. Держишь ключ. Хранишь ключ от очка этого кретина, пиздуй нахуй. Сейчас этот зал взорвет тебя на пазл и твоего бразу. Да не взорвет. Ошибаешься! Есть! О, дядю поддержит, хорошо! Удобно, кто в этой игре босс? Сколько кросс поменял я на пути дорог? Для меня микрофон — это глоу! Отсюда гоу! Удобно, кто в этой игре босс? Сколько кросс поменял я на пути дорог? Для меня микрофон — это глоу! Ну, ребят, хорошо читает, да, энергетика такая, знаете, прям бьет ключом, ребятки, энергетика. Зал поддерживает его, ребятки, поддерживает. Пиздуй нахуй отсюда, гоу! Ребят, ну не скажу, что такие у него панчи были такие, обыкновенные панчи, ребятки. Один мат, да, вот так вот. А такого не было там интереса, чтобы можно было посмеяться, ребятки, да? Глянь на эту на нашу. Спасибо, Санкт-Петербург! Ты глянь, что он показывает. Дядю поддерживает. За дядю. Он дядю любит. Нифига себе, за дядю. А дядя, он здесь живет? Нет, в России? Не знаю. 2 по 0,5, дайте. Ну-ка давай, ты 2 по 0,5, что там вы нам покажете? И это обращение к доктору Дре и Снуп Доггу. То, что вы кинули русского гангстера, не сойдет вам с рук, сучки. И прежде чем я начну, запомните одну мысль. Не запишите фит с дядей, вы ёбаные крысы. Это серьезно, а себя запоздно, передай в ком, там тут все стогут. Если не пришлете демку, мы ёбнем вашу сестренку. 50 пули с блока в голову, там алой, как лают стволы. Тут первые гангстеры, пирожки и рязанские слоны. Окей, теперь к тебе, дядя, ты полный долбоёб. Это что-то на твоем, ты вылези из джунглей со своей джулией. Но лучше ты без нее был гангстер-рэп. Ты чё, Ивань, переслушал Серегу? Двигаю классно, одно я достаю, сука, какие тормоза.
Валя, по-моему, слушай, хорошо. Мне хорошо, мне лучше нравится пока. Угу. Интересно, да, настроение как-то вот атмосферно, классно, да, что читает, скажи. Классно. А этот, ну, дядя читал, ну, что-то, ну, одни маты были, а такого я ничего такого не слышала, что за что можно зацепиться. Ну, вот такого это, не да, было. Валя, хорошо. А Валька молодец. В чем твой там, что ты безопасный, я же все вижу по глазам, там в голове бардак, на теле бардак, каждый сантиметр кожи. Вообще дрался без камеры, бесплатно, нет, он тоже. Какая я горилла, абориген, вообще-то дядя не Федор, не Степа, не Стэн и не Бен. Ты основатель гангстер-рэпа на русском, базара нету, я тогда основатель. Пошел нахуй из батл-рэпа. Я с вами гангстерском пути, расскажи пацанам из LA, дядя ведь никогда не пизди. Но он тебя не цепляет, я знаю. Спросили, с кем бы побатлил? Я бы побатлил с Кизару. А может, с Человеком-пауком, Тупаком или Симпсоном? Они есть в синтезаторе, так что решаем, в принципе. Молодец. Будут на карте, как захочешь, набирай мой номер у Playboy карте. Вопрос для вас, я хочу в комментах пожар. Кто из них пидорас, которого не за что уважать? Напряглись, опа, я селфмейт, мне бог, какая площадка. А тебя зовут каждый день, ведь ты дешевая шоколадка. Сука, генда! Хочешь таски от карте дадиться? На нее добрались. Да-да-да. МБР забиться. И то, что ты на месте, и тебе им тоже отрубить. Слушай, честно сказать, да, вот они читают, да, мальчишки, вот это, да. Ну, интересно слушать. Вот интереснее, вот прям легко, да? И слушаешь интересно, да? Их стиль больше, да? Да, нравится мне, да-да-да. И твоя вина, его гонорар 20 раз больше, чем у хозяина. Двигаться охота прям. Как будто я в зале нахожусь. Вырубай бит, вырубай бит. Это был первый раунд Вали Вальчинского, как вам? Отвечает вторым раундом Джулия Бура. А ну-ка, ну-ка, Джулия Бура. Вырубай второй бит против Игоря М. Погнали. Хули пиздец, хули пиздец, будто пиздец. Вычешь ты и твой кем. Наконец, ну вот и кем. Ох ты, Юлька, разборка пошла. Включи заново бит. Ошиблась. Включи заново бит, подожди. Блин, хорошо начала-то. Заново бит. Все заново. Уже энергетика не та будет. Хули пиздец, хули пиздец, будто пиздец, вычишь ты твой гей. Накачан он будто гей, и вряд ли стоит твой змей. Он пал, будто бомбей, возможно, мы его гей. Наступит он самый гей. Повесишь на шею его, будто плать. 300 спартанцев, это твой гей. Любишь кэмпэд, тупо, будто как черный нигас. Белый шер, какой контент. Дядя подпевает сзади. Ага, тихо. Скажи, как тебе она? Ну, я вот не могу понять, она за компанию с дядей начала рэп читать? Или она рэперша? Не знаю я. Или она подумала, я тоже начну? Не знаю, да, что сказать. Вот тебе нравится, как она читает? Ну, нормально, но мне кажется, она изначально что-то не рэперша. Что-то такого нету. Скажи, что-то не хватает мне. Да? И мне не нравится, как дядя подпевает ей. Как-то вот нескладно. Сбивает ее, да? Нет, нескладно как-то. Вот никак нескладно, а как-то вот... драйва, ну не драйва, а что-то вот, ну что-то вот мне не хватает, вот, чего хотите сказать, как-то вот немножко не в так попадает он, что ли, он мешает ей как-то немножко, мне так кажется, понимаешь, не знаю, это мое мнение. Вот тебя засунуло, тебя задумало, но тебя нет, я тебе говорю, как-то немножко кажется, что она изначально не музыкант. Видите, как ты вот эти болтают, да, а это вот что-то мне вот... Или у нее ритм не тот, вот темп, как-то она не успевает, что ли, как-то она замедленно читает. Бит по-другому звучит. Она не укладывается в бит, как-то мне так кажется. Да, я праймери, самая горячая мулатка в стане. Под моим каблуком ты когда ины, пока ты... Опять не получилось. Что-то не то, блин. Ладно. Ну,
она может любитель просто, не профессионал. Что-то, понимаешь, ты слышишь, нет? Угу. Что-то нет, вот у них вот... Коннекта. Да, 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 да. Посмотрим наших пацанов. Ого, закрыть. Очень много фанатов они себе привели, да? Игорям, дайте шум ему! Ну-ка, Игоряха, давай. Эй, Джулия, я ближе, чем вы думали. Яу. Панчи про фамилию, нет банальней приема, но Джулия Фокс или Джулия Робертс, нет, блять, она Иванова, кто на сей раз визави, а? Взрослая тетя на вид, милфы на папах уже не миф, даже хотел обращаться на вы, ты удивительный индивид, будем добить, то ты не реви, снова ебать их, да я привык, 2 по 0.5, это easy win, а? Дома тебя дефиле, похуй, че этот больной велел, он пациент уже много лет, ваш IQ где-то на нуле, ты путаешь BPM с белым, так что Мирона обидел Жиган, он преклонил сразу пару колен, чтоб тебя поддержать, а? Я, кажется, пришел к своей мечте. Мы с братиком на рэбле, невиданно. Наш батл не посмотрит на твиче. Видишь, паре против у них контент есть. Контент. Контент? А как? Первого раунда. Мне мальчишки лучше больше понравились. Угу. Больше понравились. Они немножко как-то... Но они вот... молодые, более энергичные. Да. Они как-то, они в, как-то в этой теме больше находятся. Да, наверное. Но это тоже сколько ему лет, интересно. Как-то вот у них нет вот этой связки друг с другом. Да, но она, наверное, просто как за компанию с ним идет и все. Может быть. Нет, вот именно вот в этом батле вот не было связки. Вырубай бит! Вырубай бит! Кто за Игоряна? Игорян молодец, классно выступал. Сумасшедший батл! Давай, давай, давай! Просто разрыв! Кульминация папа! Так, раздевайся. Третий раунд, у них разные биты. И первым... Дядя, уху... Дядя, нет, нет! Это не тот батл, дядя! Кто кричал из зала, пидорасы? А ну-ка, шума! Ну зачем раздеваться? Зачем? Показывать... свои татуировки. Да ну зачем раздеваться, блин? Когда много понтуешься, плохо заканчивается. Да ну зря он разделся. Третий раунд. Бит команды My Hood Records. Дядя Джай, Джулия Буран. Без лишних слов. Дайте шуму! Йоу-йоу-йоу-йоу! Кота! Что-то я волнуюсь. Мне кажется, она его вниз тянет. За дядю я потому что она не профессионал. Потому что он разделся я такой. Я все думал, ебаный в рот. Если они говорят, нет, мы не будем. Она ему мешает здесь. Да? Он бы один лучше выступил. И 2 по 0.5. Я подумал, а тогда кто они? И понял. 2 половинки, ебаный в рот. Пара педиков, меня называют пидором, ёбаный насос, и что-то говорят про хуи и Джулию Буру. Так вы же пидорасы нахуй. Логика железная. Будут вставать на баб. 2 по 0.5, пара, ёбаный насос. Зря такое название дали, да? Поехали. Прямо это, что такого. Ну зря. Да нормальное название.
врубай бит, сейчас будет пиздец. Йоу, все вместе! My hood! Йоу-йоу, Санкт-Петербург! Вот он без нее хорошо читает. Мы в этой паре, как папа и мама. А кто из вас парит? Дама, ваша жизнь чисто драма. Здесь я главный, как для черных Обама. Ни грамма, ни курил планов, все здраво, право в ебло, не плана. Вот зачем вот опять начинаешь? Миссия пройдена на импале. Миссия пройдена на импале. Лоу-райдер качает. Надо было ее ему оставить просто как подтанцовку. Не надо было ей микрофон давать. Она опять начинает его сбивать. Она его, знаешь, она перед своим голосом, не очень звонкий голос такой, да. Она перебивает его. На себя вот берет внимание, а он остается там. Она на себя берет внимание, потом начинает текст не попадать куда надо. Да. Надо было ее как подтанцовку оставить рядом и все. Да, вообще нам лучше не да. Ну, не пусть знаю. Танцует рядом, стоит, поддержит, если хочет. Да, но зачем вот берешь, если не можешь спеть? Какие-нибудь там слова говорил, например, Эдлиба, чтобы бросала. Да, Эдлиба бросала бы. Она ведь, видишь, на себя берет все внимание, понимаешь? Потому что она еще выше, чем он. Да. Тем я слышу, едут мусора. Взять здесь, суки, вам пиздец. Взять здесь, суки, вам пиздец. Оу, суки, вам пиздец. Суки, вам пиздец. Опять, что ли? О! Что такое опять? Еще раз, специально для Санкт-Петербурга. За руку! Я не могу! Слушай! Заново! Интересен, даже если тебя нечего взять. Мы в этой паре папа и мама. Кто из вас в паре дама? Ваша жизнь чисто драма. Здесь я главный, как для черных Обама. Мне кажется, она виновата во всем. Отто сзади поддерживает вовсю, смотри. Наверное, он пригласил его. Обратный ход, вам банальный проход. После этого батла ваш дуэт потох. Из-за та торчит ток, вас не спас даже коп. Суки, холк, ебало прикрой. Дядя Hero, Пантера, Kill Yo. Дядя быдло, забираю свое. Вот и хвост это батла. Что ты, Гарик, серьезный? Дядя опять, блин, сбился. Подмога подоспела. Миссия пройдена на импале. Миссия пройдена на импале. Как где-то. Лоу-райды качает. Миссия пройдена на импале. Миссия пройдена на импале. Миссия пройдена на импале. Вот ты смотри, быстрее сейчас вы из куртки выпрыгнет. На импале. Все вам пизда, признай. За это риста выстрел, стоп, кил я. Что ты болтал? Это, да? Забирай обратно свои слова, батла, пока я не познакомил тебя и тебя со своим дулом Джана. Со своим киберсамураем. Киберсамурай. Врубай бит, это пиздец. Глянь ты на Отто. Отто там. Чудом против прям, да? Отто в его группе поддержки. Наверное. Я не хочу, чтобы этот батл заканчивался, но финальный раунд. 2-0-5. Оставшиеся силы, дайте шоу, Бодряне! Мяу. 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 Это 2x0.5 на битве. Какие нахуй баты, ты похож на бухгалтера, что ведет отчет воды своего племени, чокнутая группа. Ёбнутого гангстера, мило улыбаешься, но не имеешь мнения. Ваши отношения, тупо трагикомедия, где сюжет очень просто разобраться так давно на попечении. Это
бешит. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Что-нибудь такое прям шоу. Тихо, тихо, кто это говорил? Полный состав, мой хуй, сегодня залетает на хуй. Слицы и кайфу, забрали весь детский труд. Налайте под этот хуй, их запакую. Слышали ваши песни, я не знаю. Вот 2 по 0,5 умеют они, вот они как-то вместе начинают, да, вот вдвоем. Вот, кстати, вот это они подходят отличительная черта, да, они друг к другу подходят. Они начинают вместе прыгать, и это классно смотрится. Они классная пара. Блин, чуть микрофон погромче, можно? Слышь, бэйби, мама, сегодня твой бенефисно. За дверями эти клубы, это болтная тёстка. Я немного пьяненький, так что поберегись. Никаких сегодня пряник. Жёстко пьёт. Да, малая, прикинь, мы с вами так далеки. Малая. Они не выкупают, почему их называют фрики. Тихи, уж возникает от того, что она знает все загадки, но не выбирает, беги. Хихи, я могу выёбываться, как хочу. Ты очень хочешь, но не можешь, сучка, в этом вся разница. Ведь перевести бы стрелки времени на 10 лет вперед. Я уверен, там тебе уже не нравится петь. Музыка самоцелит, бабки не панацея. Для тебя это не так, но это ложный мотив. Хочешь много денежек от дяди, я советую вебкам, ведь никогда не поздно войти. Я перед тобой зумер, зову тебя черный бумер, но эта машина круче выдает. В тебя летела сперма, и в тебя летела сперма. Какие нахуй вам пули, чё в натуре долбоёб? Твоя линейка нижнего белья, это то, что сразу вызывает хохот. Но как? Но я бы не сказал, что ты пиздатая швея, просто по привычке собираешь хлопок. Много? Я болю на вашу жизнь, не понимаю, у меня походу вообще заебись дела. Схуя ли ты единственная эром до певицы из России? За такой хуза пьян, как тебя отпиздила. Если бы знала, кто ты. Снимая у себя на родине с братишками видео поздравления, чё, стишь хип-хоп? Видел все ваши клипы, сука, это кринж, тикток. Тебе одну лишь темку предложу, подружка, встанешь на коленке. Покажу татушки, я одну не пойму, то ли он остал тебе в уши. Да так, что ты зачем-то в это поверила, то ли просто ты такая же наглухо пизданутая. Но я желаю выбраться, там уже все потеряно. Игорь выходит, сразу весело становится. Молодцы. Энергетика какая, да, бешеная, да, скажи. Чё-то дядю жалко тоже. Это да? Был просто сумасшедший батл, но он был сделан для вас. И сейчас вы выберете победителя. Кто за 2 по 0,5? Почему опять судьи не позвали? Три человека. Трудно, что ли? Вон, Отто уже пришел. Ну-ка. Отто еще двух выбрать. Пусть специально выбирают. Кто за 2 по 0,5? Специально не вызвали. Почему? Кто ну, неохота было, чтобы они проигрывали. Я так думаю. Победитель голосования, дайте Голосование будет. Так, давай сейчас подведем итоги, да? Очень интересный батл, ребятки. С удовольствием послушала. Вообще, я поняла, что мне батл очень нравится, ребятки. Очень. Группа 2 по 0,5. 2 по 0,5 шикарно. Да, молодцы, они вдвоем друг классно работают. Да, у них контент, ребятки. Коннект, коннект. Коннект, да? У них коннект. Они... Контент. Ну, а контент, это же тоже такое контент, слово. Контент, это другое слово, да? Это содержание. У них коннект. Коннект? Как? Коннект? Коннект. У них коннект, ребятки. Они друг друга поддерживают, во-первых, и они друг другу... Подходят. Подходят они, да, по энергетике и по голосу, понимаете? Они друг друга понимают. У них команда. И звучат они вместе классно. Да, у них команда настоящая. Вот у дяди, что-то эта девушка, она как-то, по-моему, на себя брала внимание специально, громко пила. Она брала внимание, а потом запиналась, да, в итоге. И понимаешь, в итоге, получается, она на первом месте. Еще и потом текст, да, не, текст не попала забыла, куда надо. И дядя там остался, стоит, понимаете? Да. Хотя ей надо было просто подпевать так, не таким громким или голосом. Или просто танцевать рядом. Или просто танцевать. Или вообще не быть там, да, рядом. И она вот это все замазала, конечно, ребятки. Дядя бы один лучше выступил. Да, да, да. Ну, дяде надо лучше текст учить. Да, да, дядя немножко он забывал там, да, пару, да, раз. Ну, вот, а так он тоже хорошо читает. Да, хорошо читает.
Ребятки, ну мне очень понравилось. Ну, 2 по 0,5 настроение прям создают. Да, они когда выходят, все. С удовольствием. Угу. Ну, и вот что мне понравилось, да, в этом, вот в этом батле, да. Слушай, такого агрессии не было. Угу, да? Скажи, агрессии не было сильной. Вообще агрессии не было сильной. Ага. Ну, все, друзья, с удовольствием послушали. Пока, мои хорошенькие.